Марияпа, хәрле көн. Исәнмесез? Туған күніңіз білен, сізді құттықтаймын. Цветы, подарки и письмо от президента Путина – все это в честь именинницы. Труженица тыла Камария Абзалова отмечает день рождения. Поздравить ее с юбилеем пришли родные и представители руководства города. Маме исполнилось 90 лет. И Аллаха шукр, она в здравом уме, в твердой памяти. Живет одна, распоряжается и деньгами, и все, и нами руководит. Несмотря на то, что мы сами уже бабушки и дедушки. Камария Абзалова родилась в деревне Новое Каширово Альметьевского района. В семье было 10 детей. В годы войны трудилась в колхозе. И сегодня женщина помнит, как было тяжело в военные годы. Рабочие трудились на износ. После войны она вышла замуж. Супругом прожили 45 лет. Воспитали двоих детей, которые регулярно навещают маму. Еще у Камарии Шамиловны 4 внука и 4 правнука. Они тоже частые гости в доме бабушки. Лисан Авзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.